Ну вот, привет всем. Продолжаю показывать, как штанишки делаем. Ой, опять эта стойка свою. На место штатива, которое у меня сделано. Стоечки. Все время их ударяю. Ну так я уже раз, два, три, четвертый раз буду делать поворотные ряды. Так, сделала накид, вяжем лицевыми. Также поворотными рядами оформляем, например, когда вяжем реглан, кофточку по спинке, делаем поворотными рядами полукруг. Ну так правильно, так должно делаться, чтобы спинка не горбилась, чтобы ровно лежала по плечикам. Так, дошли. Делаем накид. И возвращаемся назад. Вот тут, наверное, хорошо видно, насколько вот подлиннее получается спинка у ритузиков, у штанишек. То с одной стороны стоечку задену, то с другой. Ну, сейчас изнаночными довяжем и пойдем уже круг полностью делать и перед, и спинку. На колготочках также делается спинка. Зато не будет оголяться и от памперса давить не будет. Племяшка моя гулять собралась с подружками на улицу. Ну так, за счет поворотных рядов увеличиваем. Разворачиваемся и пошли по кругу. Делаем накид, чтобы не было дырочек, чтобы соединить потом перед со спинкой. Делаем накид петелькой. Ну и так будем вязать до нужной высоты. Потом начнем вязать резиночку. Сейчас покажу, как соединять. Кто не знает, будет знать.
так соединим накид и лицевую переда. И также в конце сделаем резиночку сделаю более тоненькими ниточками. Резинку сделаю полую, чтобы не подгибать, не подшивать ее, не соединять. Так всегда делаю и на шортиках, и на колготках, на ритузиках. Хоть на... Глянь, как снимает. Мне не видно. Может, поближе надо сделать. Покажешь мне. Нормально? Угу. Так. Делаем. Две вместе с наклоном влево, влево, и две вместе с наклоном вправо. Так, не получилось. Сейчас. Ой. Сейчас подготовлю, то он у меня прыгает что-то. Вот такие штанцы будут у нас ползать по полу. Внучки, правда, голубенькие, но ничего, зато теплые. Вот так вот. Ну вот теперь будем вязать до резиночки. Больше сейчас глянем, это насколько спинка у нас подлиннее получается. Но если еще, может, разочек сделаю, сами смотрите, как у вас на изделии, потому что нитки потоньше, значит, надо будет не 6 поворотных рядов, не 6 раз сделать, а 8, а то и 10. Ну, обычно на пальчик, на полтора у меня спинка получается подлиннее. Я показывала вам, как ластовицу соединять. Очень удобные штанички получаются, если так соединяете. Будете соединять. Нигде не будет ни резать, ни врезаться, ни давить. Рваться не будут. Ну ладно, сейчас глянем, как у нас тут. Насколько она. Так вот. Да, так будет нормально. Полтора-два пальчика получилось даже. Ну ладно, пока. Потом покажу, как резиночку сделать. Постирается, отпарится, выровняется, а то у меня одна гачка подлиннее получилась, другая покороче. По петлям посмотрела, все нормально. А это просто одна гачка уже улежалась в петельке, на свое место встали, а вторая еще нет, потому что только связано было. Ну ладно, до встречи.